Краснодарские власти попросили горожан не поддаваться панике. Сегодня днем, напомню, посетителей и работников нескольких торговых центров, гостиниц и МФЦ эвакуировали. В социальных сетях сразу же появились десятки фотографий и видео от людей, которые оказались в эпицентре событий. На местах работали полицейские, пожарные и медики. Вскоре все организации вернулись к нормальной работе. По предварительной информации, переполошили город люди, которые через интернет звонили в торговые центры. Предположительно, делалось это за пределами России. Угрозы не подтвердились. Эвакуация – это процедура, которую в подобных случаях проводят силовики, чтобы обезопасить людей в местах массового скопления. Личности звонивших устанавливаются.